Приветствую, мои дорогие! Сегодня мы поговорим о прекрасном 2018 году, о тех, кто родился в этот год, какие они, эти замечательные люди, и что досталось их родителям, к чему им готовиться. Итак, 2018 год – это год Меркурия, полубога, посредника между Олимпом и людьми. Такой гонец, вечно молодой, стройный, красивый, перелетающий с небес на землю, доносящий волю богов. Такой полукровка, полубог. Покровитель в язычестве торговли, предпринимательства и всего остального, что связано с перенесением предметов, вещей, товара, информации. То есть покровитель предпринимательства в язычестве и в оккультизме тоже. В христианстве этот год посвящен трагическим событиям, связанным с действием Иуды Искариотского, предателя, бывшего апостола, который по наущению сатаны, впустив его в себя, разрушил всю свою жизнь и погубил себя, удавившись в итоге, и дав возможность Христа арестовать и потом распять. Тоже такой посредник между злом и добром, который стал на сторону зла. И вот рожденные в 2018-м они тоже посредники по жизни. Это очень шустрые, юркие, прыткие личности, быстро развивающиеся, быстро обучаемые. Они все быстро будут делать, быстро навыки приобретать, не по годам расти, взрослеть. Это особая порода людей 2018 года рождения. У них год за два, за три идет, стремятся быстро к самостоятельности, независимости, свободе. За ними нужен глаз да глаз, контроль постоянный, чтобы они ничего не разбили, не повредили, не сломали, не украли, не забрали чужого. Потому что вот это лукавство, хитрость, игра на нервах, игра на информации, манипуляция, искушение, равно как и искусительство собственное, искушаемое они будут, чтобы это все не повредило общему благу. Это дети зачатые стремительно, страстно, импульсивно, в попыхах, не запланированные со стороны отца, как правило. Значит, сам год 2018, он умеренный, он третий после высокосного 2016 года. Поэтому это такие приспособленцы, люди, которые будут нос держать всю жизнь по ветру. Куда ветер подует, туда и они. Это касается учебы, работы, выгоды, зарплат, дохода, роста и развития их благосостояния. На первом месте у них, как у личности, будет свобода, самостоятельность, самодостаточность, самообеспеченность, саморазвитие, самопознание, эрудиция, знание, информированность, современность, контактность, коммуникабельность. И способность выстаивать любые и преодолевать любые испытания и препятствия. Мобильность, гибкость, юркость, подвижность. Все эти способности у них есть. Личности они коммуникабельные, но на которых будет всегда оказывать влияние. Своего мнения, воли у них стоического, стабильного, волевого нет. Они будут переобуваться в воздухе всю жизнь свою. Это касается дружбы, любви, чувств, работы, увлечений, специальностей и всего остального. В этом они будут разнообразны, разносторонние. Сегодня он одному предмету уделяет внимание, учится на кого-то. Завтра на кого-то другого переключил свое внимание. Это касается мест работы, мест учебы и так далее. У них в этом смысле жизнь подвижна, активна, нестабильна. Поэтому личности они непостоянные, ветреные, сами в себе сомневающиеся, искушающие, соблазняющие других. Поэтому особой надежды и веры в них нет. Они будут придумывать часто сказки, придумывать истории. Так что лукавство, лживость, двуличие, обман и прочее с детства будет проявляться. Подстраивание под папу, под маму, под ту родню, под другую, под соседей, учителей, начальство. Это с детства будет. Они будут подвижны, активны, увлечены и переключать свое внимание будет. Сегодня рисуют, завтра танцуют, потом спорт, потом еще что-то, потом техника.
потом все надоело и что-то еще. И вот так они по жизни будут бегать. Внутри себя они спорные, противоречивые, двуличные. Сомнения постоянно, не смогут отвечать прямо и честно ни на свои собственные вопросы, ни на вопросы других. Что они хотят, для чего они рождены, почему, что им делать, где им жить, как, когда, с кем. На все эти вопросы внутренне у них будут постоянные споры происходить. Ну а снаружи они будут в целом доброжелательны, любознательны, улыбчивы, активны, эмоциональны, контактны, подвижны и непостоянны. Поэтому на них опоры веры не будет. Что им голову взбредет, то они и будут делать. Мотивация, движение, жизнь ради жизни, действия, событийность, суета, активность, бурность, страстность – вот это их главная мотивация. И, конечно, самодостаточность, обеспеченность, наличие всегда средств, свобода за счет этих средств, чтобы на кармане, как у нас говорят, всегда что-то было. Вот это их мотивация. И, конечно, свобода, независимость мнений, суждений, взглядов, веры, интересов, лечения, ориентации – все подряд. Вот это их мотивация. Узы у них – узы. Как таковые временные, непостоянные, дружеские, приятельские, основаны на симпатиях, чувствах, эмоциях. Оков у них нет, ни моральных, ни нравственных, ни этических, ни религиозных, нету. Ни внутренних оков, ни внешних. Зная все порядки, правила, что за чем последует, наказание и так далее, они все равно будут действовать по-своему. И уз вот этих стоических цепей у них как таковых нет. Ни страха, ни упрека, ни какого-то стремления ограничить себя в чем-либо. Наоборот. Значит, их оковы – это их репутация. Вот наворотив делов, собрав против себя мнение, имея, безусловно, определенные плюсы, достоинства и качества, их сковывать будет только репутация, их мнение. Мнение о них самих. Их собственное мнение о них самих. Только это будет их сковывать. Больше ничего. Ничего они не будут бояться. Хитростью, лукавством, исподволь, со стороны заходя, проявляя вот эти иудиные способности, они будут все оковы преодолевать. И страхи свои. Страхи у них только в сомнении. Вот сомнение, невозможность правильного быстрого выбора, всегда у них 3, 4, 5, 10 вариантов будет. В любви, в дружбе, в работе, в учебе, в чем угодно, каждый день. То есть рой в голове, пчелиные ульи. И вот страх выбрать неправильное, неверное решение, вот это главный их страх, ошибиться, неправильный выбор сделать. Риски у рожденных в 2018 году – это ошибки. Рассеянность, невнимательность, спонтанность, сумбурность – форс-мажоры всевозможные, травмы, ушибы, ожоги, порезы, падения, значит, ДТП различные, вывихи, ушибы, в общем, это все. Опасность их подстерегает все время, везде. И до 13 лет особенно. Там упасть, свалиться с дерева, там вывих какой-то осуществить там в спорте или просто прибегать не какой-то. Риски нахвататься негативных качеств, неприятностей, плохих моральных основ, скажем так, размыть их эти основы. Вот эти риски очень серьезные. У них будет тяжелый опыт жизненный. В первые 14 лет они не по годам будут взрослые, активные, не по годам будут юркие, смышленные, развитые, разносторонние, но не глубокие знания. Насколько наобум, наобось, главную суть познали, поняли и вперед, дальше по наитию. Мечты о свободе, власти, деньгах. Власть денег для них важна. Не власть как таковая, обременяющая свободу. Репутационную свободу или иную какую-то другую. Мечта о обеспеченности, самостоятельности, независимости. На увлечение, путешествие, удовольствие. Мечты очень банальные, материальные и так далее. Преобразовать мир, сделать его моральнее, нравственнее, духовнее и все такое прочее – это не их история. Что-то придумать, изобрести, разбогатеть, жить припеваючи, хорошо есть, пить, отдыхать, путешествовать – вот это их мечта. Больше ничего.
И они сами по себе, они следующее поколение, юркое, быстрое, шустрое, которое превзойдет материально опыт родителей многократно причем. Значит, здоровье их нестабильное, опять же, повреждения, ушибы, травмы, то, что я сказал. Столкновение с угрозами всевозможные. Воздух, вода, огонь, это в первую очередь. Здоровье колеблющееся, желчепроводящие пути, значит, сердечный ритм сбиваться будет часто, глаза, зрение, слух. Это год такой, вот за этим надо беречь. Чего-то определенного такого нет. Они нахватать могут всякую гадость и болезни, вирусы всякие и прочие микробы на себя, общаясь с кем попало. Деньги – это их мотор, это их кислород по жизни навсегда. Пришли, ушли, заработали, потратили, купили, продали, обменяли, переехали. То есть они в этом смысле будут очень быстро соображать, считать, учиться. И цель их жизни – 30 серебряников. Ну, понятно, и один год, 2018, деньги, 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 кошелек, наличие денег, поток, оборот, деятельность с этим связана. Подарить, купить могут, облагодетельствовать на какое-то время, пока им это интересно, а потом все сначала. Я не могу сказать, что прям алчность, ужас, ужас, но этот элемент жизни, как бензин в моторе, у них есть и будет всегда. Сила у них невероятная, юркая, быстрая, очень много хороших спортсменов будет, выдающихся среди них. Сила у них молниеносная, быстрая, как сила, так и реакция. Но не постоянное. Поэтому они пропускать будут удары, ушибы, травмы и прочее от более сильных людей. И желания у них бурные, яркие, сильные, страстные, меняющиеся, непостоянные, калейдоскоп. На них зацикливаться они особо не собираются, но желания всегда имеют. Скучно им монотонно жить, каждодневная, рутина и прочее, это не для них история. Желание игрушек, подарков, попробовать, поесть, попить, отдохнуть, расслабиться, познакомиться, потусить. Вот эти желания будут возникать. Но они не потеряют вкус жизни. Вот это их достоинство, качество. Всегда будут бодры, свежи, молоды, современные. За собой будут следить и так далее. Но вот эта беспечность зачастую, неопрятность, неряшливость, рассеянность, забывчивость и потери из-за этого ценных вещей, предметов там и прочих подарков тех же, это за ними будет водиться. Безопасность – это слово не для них. Они должны все попробовать, все пережить и все испытать. Следить потом, впоследствии, за безопасностью других они будут, они это умеют делать. Слабости у них – это вот их увлечение, желание, они не умеют ими управлять, просто не умеют. Вот слово «хочу» – это их слабость. «Желаю», «хочу» – надо посмотреть, попробовать, почувствовать. В этом их уязвимость и опережение вперед. Вот как Иуда опережал мысли, действия, накручивал, надумывал, и в итоге, разочаровавшись, предал Христа и все остальное сделал безумство. Так что слабость у них в этом – в разочаровании, в потере интереса, переключение внимания, в недоверии, в сомнении постоянном, в невозможности правильный выбор сделать сразу, в любви и дружбе и так далее. Сила их в моторе, жизненные позиции, активности, темпераменте, страсти, влечении, увлечении и так далее. В этом их сила. Таланты самые разнообразные, и творческие, и коммерческие. В основном коммерческие. Таланты считать, писать, считать, читать, писать, манипулировать информацией, зарабатывать на ней, продавать. Они коммерсанты хорошие, предприимчивые очень, расчетливые, вычисляют все на лету в этом смысле. И это талант их главный. Талант врать, лукавить, хитрить, обманывать, вводить в заблуждение, преувеличивать, преподносить то, как не есть на самом деле. В этом у них тоже способность великолепная. Ремесла всякие, ну это надо смотреть, наследственные способности. Из какой семьи? Если там мама бухгалтер или папа предприниматель, тут все понятно. А если рабочие крестьяне, там нанятые рабочие, арендованные государством, то тогда нужно наблюдать, что у них прорвется, что их заинтересует, за что они ухватятся с подачи внешней.
целеполагания у них нет. Хорошо жить, одеваться, выглядеть, быть в форме и быть современным. Все. Вот и все их целеполагание. Действие ради действия. Сама жизнь, их цель. Женщины. Женщины этого года будут внимательные и в то же время рассеянные. Увлечены разными мужчинами, типом мужчин. Да сразу определить, кто им нужен, не смогут. Плодовиты, много браков. И, само собой, разводы и прочее. К сожалению, не минует их эта чаша. Они с мужскими мозгами, острый ум, хватка, цепкость, нюх, чутье. У них это есть. Мужчины этого года – это одиночки, волки. Это арендованные обществом, государством, деньгами люди на земле. Вахтовики такие вечные, по договору живущие. Сегодня там, завтра здесь. В той области, в какой они себя проявят, там и будет весело и хорошо. Непостоянный, нестабильный, себе на уме. Всегда заначки будут у них. А вот женщины этого года, 2018, они будут очень хорошо в мужчинах разбираться, понимать и ими манипулировать, получать от них удовольствие и все, что прилагается материально к этому, к удовольствиям. Браки разнообразные, не один. Возраст, раса, вера, статус, положение не имеет значения. Все зависит от них самих, в каком они сами статусе. Влюбчивы, разбираться будут в внешних данных, физических данных, смотреть будут, как на рынке продукты выбирать, или как машину вот выбирают, по цене, по качеству, по внешнему виду. Вот так они будут к бракам относиться. Залетных очень много браков и скоротечных. Нестабильных. Они не будут отличаться долголетием в личных отношениях. Детей много, минимум двое, а то и больше. Ограничений нет, но очень много залетных детей, нестабильно зачатых, незапланированных. Бабах, и вот я беременна, или опа, у меня будет ребенок. То есть таких историй много. К детям трепетно будут относиться, заботливо, внимательно, по репутации, финансам и прочим вопросам. К этому претензий нет, они в этом смысле будут ого-го. Насколько в себе уверенные, что их уж ребенок будет самый лучший одет, а будет красавец, спортсмен, там, спортсменка с хорошими перспективами, дипломами, учебой, тролли-вали, в общем, полный букет. К родителям относиться будут с уважением, но на расстоянии. Подачки, помощь разовая, приехал, уехал, все. Никаких глубинных родственных прям уж ого-го отношений не будет. И, как правило, будут жить на расстоянии и уходить из дома очень рано. Вылетать из гнезда, я имею в виду. Это, как правило, это 2018 год. Увлечений, я уже говорил, очень много разнообразных. Техника, механика, финансы. Кое-кто в творчестве проявится, но только исключительно для того, чтобы понять, сколько это стоит и за сколько это можно продать. Совместимость у них великолепная со всеми. Умными, глупыми, моральными, деструктивными личностями. То есть совместимость со всеми практически. И с плохими, и с хорошими, и с горячими, и холодными, и ночными, и дневными. В этом смысле и всеядность, и избирательность одновременно. Там будут просеивать, очищаться от этих отношений. Но польза, самая главная польза, результат. Мани-мани. Вот это их главный стиль. Надеюсь, рассказал достаточно подробно. Спасибо, что уделили время. И с наступающим Рождеством Христовым.